Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это вновь Floating Sandbox. Собственно, я посмотрел первую серию с Титаником, достаточно вам понравилось, и я даже подумал, почему бы не снять вторую серию. Правда, комментариев не столь много было, написало два человека. По-моему, Виктория написала сделать эксперимент с Британиком, а если не ошибаюсь, то ли Скульптинг, по-моему, Скульптинг написал сделать испытание с Титаном. Титан — это такой небольшой батискаф, который в этом году потерпел крушение, опускаясь к Титанику. Ну, собственно, давайте под прошлым видео, чем больше лайков под их комментарием наберется, с тем мы и сделаем следующий эксперимент. А сегодня у нас Гинденбург. Знаменитый Гинденбург. Собственно, для тех, кто не знает, это огромный дирижабль немецкий, нацистский, с которым произошла страшная катастрофа в 1937 году, да, при попытке совершения посадки после сброса якорных канатов дирижабль загорелся и вроде сгорел аж за 34 секунды. Погибли люди, но кто-то, кстати, и выжил. Так, давайте я его сейчас перезагружу. Я, кстати, не знал, что в этом симуляторе могут быть дирижабли. Я немножко посмотрел, офигел. Как говорят, что один из тросов лопнул, ударил по шару, собственно, что собой спровоцировала утечка водорода, была плохая погода, шел грозовой фронт, и, скорее всего, какое-то статическое электричество подожгло дирижабль, собственно. 34 секунды, это жесть. Так, давайте попробуем посмотреть. Так, заводим двигатель, я надеюсь, меня слышно. Так, стой, куда он наверх? Нет, надо его вниз, ниже опускайся, он отталкивается от воды. Жалко, что здесь в этом симуляторе, я, конечно, могу сделать почву какую-нибудь, да, землю. Хотелось бы поднять его повыше наверх, задрать его нос. Давайте представим, что дирижабль совершает ту самую посадку в Америке, да, по-моему, где-то в Америке. Так, мы будем поджигать вот таким инструментом, видите, да? Такой поджигатель у меня. Так. Чуть-чуть повыше задрать хвост. Где-то, по-моему, сзади произошла утечка. Я не знаю, можно, в принципе, знаете, как сделать? Вот так. Давайте. Насколько пройдет полное крушение? Таймер, счетчик, 30. Это было даже слегка быстрее, чем за 35 секунд. А почему так быстро? Охо-хо, давайте, знаете, как делать? Давайте постепенно разогревать поверхность. Я буду водить вот так вот. И будем греть. Посмотрим, как шар взорвется или нет. Так. Повыше. Поднимаем его. Чуть повыше от земли. Вот, отлично. И начинаем подогревать. У нас оторвался трос. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это, как по мне, более правдиво вроде. А почему он так завис? Поджигаем. Вы видели? Его просто разорвало, я не знаю, за считанные секунды. Как такое возможно? А давайте попробуем, знаете, что сделать? Сейчас мы с рельефом поиграем. Давайте устроим ему столкновение. Столкновение со скалой. Так, нет, он у нас куда-то полетел назад. Нам надо полный вперед. Ладно. Стой. Значит, куда ты летишь? Стой, тебе надо вперед. Тут что, вот это управление и вперед, и назад, что ли? Странно, ладно. Перезагрузим. Ой-о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 й.
Ладно, делаем полный назад. Кажется, я перемудрил. Смотрите, порвался шар. По сути, тут огромная уже утечка водорода. Давайте сделаем ему... подадим ток. Якобы электрическое... статическое электричество, простите. Интересно, он загорится? Да ладно, серьезно? Да ты что, тут одна искра, он должен... Он всполыханул. Невероятно. Я понял, короче говоря, я понял. Я понял. А, сейчас, секунду, перезагрузить. Смотрите, короче, электрическую искру нужно задерживать. И тогда будет подача прям такая сильная, что даже пожар произойдет. И здесь. Бедный Гинденбург. Так, а давайте посмотрим, что у нас еще из инструментов есть. У нас есть просто взрыв. Вот, кстати говоря, просто взрыв — это просто колоссальная такая штуковина. Смотрите. Фух, где мы будем? Сейчас он просто в щепки нахрен разлетится. Охренеть, его разорвало пополам. Так, а какие еще инструменты есть? Подождите. Так, двигать, поворачивать. Во, вот это вот вообще бомба, смотри. Антиматериальная бомба. Короче, это типа черной дыры, смотрите. Готовьтесь, пристегните ремни. Так, не понял. А почему? Почему она не работает? Ее же сейчас должно просто... Так, какой-то нужен инструмент. Скорее всего, плоскогубцы, я понимаю. Как ее раскрутить? Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите. Жесть. Это просто жесть. Вы видели? Его просто на атомы разорвало. Охренеть, у меня аж заложило уши. О, в общем, короче, пиши комментарий. До новых встреч.